Всех приветствую, друзья! В эфире Телегид, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. Эта неделя на ЛРТ будет такой же разнообразной, как и лето в этом году. Все подробности расскажу вам я, Анна Троян. Начинаем! Августа, если помните, день особый. Свой профессиональный праздник отмечают воздушно-десантные войска. Так что включаем ЛРТ и зажигаем. Телевизионная версия торжественного вечера дня ВДВ объединила самых знаменитых артистов. Балет «Тодес», Олег Газманов, Александр Маршал, «Голубые береты», «Розенбаум», «Любе» и многие другие. Праздничный концерт смотрим в среду в 16:30. Капелькаю небо, лягу на... А еще в эту среду вы увидите историю одного полета. Лента «Чартер» взбудоражит ваше сознание. Не получается просто жить. Спасайте мир! Такой рецепт от неудач давно придумали в Голливуде. И вот теперь к этому методу прибегает отстраненный от полетов русский летчик, спасающий обреченный на гибель чартерный самолет. Захватывающий триллер смотрим 2 августа в 20:45. Доложите площадь фронта. Ну, какой крюк делать? С локатора не скажешь. Но фронт большой. Крюк надо делать километров 200-250. Это много. Много времени потеряем и топливо. Штурман курс не меняем. Четверг вечером останьтесь дома, устройтесь поудобнее и посмотрите знаменитую экранизацию произведения Куприна «Гранатовый браслет». В основе сюжета история возвышенной неразделенной любви мелкого чиновника к молодой светской даме. Картина поведает вам о сущности любви. Однако безответное чувство нередко обладает большей силой, нежели взаимное. Все подробности 3 августа в 20:45. Телеграфист в отчаянии. Вот он, переодевшись трубочистом и вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини Веры. А вот он в сумасшедшем доме. А вот постригся в монахи. Но каждый день неуклонно посылает он Вере страстные письма. Всем любителям фильмов ужасов посвящается. В завершении рабочей недели входим в комнату разочарований и настраиваемся щекотать свои нервы. Поселившись в уютном доме, новые жильцы и не подозревают, что здесь их приключения только начинаются. За шикарным фасадом кроются страшные секреты, которые незамедлительно дают о себе знать. В итоге главная героиня находит таинственную комнату, которой не подходит ни один из ключей. Что кроется в этом помещении, увидим в пятницу в 20:45. Думаешь, это дитя будет распускать гниль по моей земле? Он нас не выпустит. Не в этой жизни, не в той. Мама? Мама? В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Вода, воздух, огонь – три стихии, между которыми идет постоянная борьба. Ребята участвуют в творческих, интеллектуальных и спортивных состязаниях. В конце смены выиграют те, кто сможет объединить все земли форума. Визитной карточкой нашего телеканала уже не первый год является программа «Открытый диалог».
На этой неделе вас ждет интереснейшая тема – проблема электроснабжения в садовых товариществах. За чей счет меняются линии электропередач и трансформаторы? Какие нормативы к установке опор? И почему скачет напряжение? На эти и другие вопросы отвечают представители МАЭСКО. Программу смотрим в субботу в 11:00. Здравствуйте! В эфире программа «Открытый диалог». И сегодня мы поговорим о тех проблемах в энергетике, с которыми сталкиваются садоводы. А еще в эту субботу вам предстоит увидеть знамение. После вскрытия временной капсулы в руки к профессору попадает загадочный лист, исписанный цифрами. Изучив их, он понимает, что эти символы неразрывно связаны с крупнейшими мировыми бедствиями за последние 50 лет. Ну что ж, сможет ли Николас Кейдж предотвратить неминуемые события? Узнаем 5 августа в 20:30. Вот это капсула времени. Какая капсула? Я верить не могу. А теперь надеваем колпаки воображения. И пусть каждый из вас нарисует картину, как, по-вашему, будет выглядеть будущее. Мы положим рисунки в капсулу, и ровно через 50 лет группа детей, таких же, как вы, откроет ее и увидит, что вы нарисовали. Хотите знать о нашем телеканале больше? Тогда постоянно заходите на официальный сайт www.lrt.tv. Там вы узнаете актуальную информацию об онлайн-трансляциях, а также увидите, как происходит запись программ. А еще за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. Присоединяйтесь к нашей дружной компании. С вами была Анна Троян. Пока-пока!